Сделай вдох и выдох. Да.
прошли половину пути. Сейчас ты чувствуешь себя уже более расслабленно, более спокойно. В половину более расслабленно, в половину более спокойно. Вся та усталость, снег, о котором вы мечтали с самого детства. Это тот снег, о котором поется в знаменитой песне White Christmas. Это снег, который приносит радость.
совсем не трудно. Мы можем создавать такой снег каждый день в своем воображении. И несмотря на то, что этот снег существует только в нашем воображении, та польза, которую он приносит нашим близким людям, нашим любимым, она совершенно настоящая, абсолютно настоящая. Это чистая правда. Вашим близким людям становится лучше. Они чувствуют себя более здоровыми, более успешными. И что самое главное, более любимыми. Потому что мысль материализуется. То, что придумано в вашем сознании, все, что вы придумаете, все, что рождается в вашем воображении, обладает великой силой. Так наши мысли имеют огромное значение. И поэтому давайте еще немного попредставляем, как прекрасный снег спокойно и легко ложится на улице нашего города, городе, в котором мы живем. Это наш город. И все самое лучшее достается нашим близким. Очень хорошо. А теперь я предлагаю поделиться этим снегом со всеми остальными. Пусть этот снег придет к тем, кого вы еще не знаете, к незнакомым людям. Пусть он придет к ним и подарит им немного счастья, немного радости, немного новогодних чудес. Я знаю, что вы это можете. Сделайте немного новогодних чудес. Подарите вашим близким и незнакомым людям сразу счастье и радость. Весь мир засияет, как красивая новогодняя гирлянда. Это очень красиво. Это очень красиво. Очень хорошо. Просто прекрасно. Представьте себе такой мир, где все счастливы. В реальности.
Поэтому не забывайте делиться как можно чаще своим чудесным настроением со всеми, кто вас окружает. Сейчас я засчитаю до 5. Когда я скажу 5, вы вернетесь и вы сохраните в себе это чудесное настроение и вся та доброта, любовь, здоровье и благополучие, которые вы подарили сегодня этому миру, вернется к вам в тройном размере. Вы будете здоровее. У вас будет просто самое лучшее здоровье. Деньги потекут к вам рекой. У вас будут деньги на все новогодние подарки. У вас будут деньги на все, что вам захочется в этот праздничный период. Любовь ваших близких людей, вашей семье будет просто цвести. И хорошее настроение сохраняется и будет продолжать этот чудесный, сказочный новогодний обмен. Не спешим возвращаться. Мы сохраняем это чудесное настроение и любуемся нашим снегом. Наш волшебный снег, который создает столько чудес. 2. Чудесное настроение. 3. Много-много радости. Настроение просто шикарное. Хочется уже поскорее выйти в мир и подарить чудеса всем, кого мы встретим. И 5. Мы возвращаемся с нашим сказочным настроением. И прямо сейчас мы сделаем что-то, чудеса на Новый год действительно осуществились.